В России значительно ужесточат наказание за хулиганство на всех видах транспорта, в том числе на борту самолета. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев, выступая на заседании Кабинета министров. По словам премьера, вопрос назрел, и решение будет принято в ближайшее время. Обеспечены всем необходимым. Теперь штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы. Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается оштрафовать таких лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток.